Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Deep Sky Derelict. Ну что же, продолжение так продолжение. Я буду ее дальше долбить и добивать, пока у меня в конце концов чего-нибудь не выйдет. Так, мы с вами продолжили. И смотрим в начале, наверное, сколько у нас чего осталось, бабла и так далее и тому подобное. Так, 203 с кредитов у меня осталось. Пополняем себе энергию, 1200. И, по-моему, все. 115 кредитов осталось, что мы здесь делаем? Да ничего, абсолютно. Контрактов, как обычно, никаких нету. Кстати, я хочу, ребята, поменять еще наемников себе. Вам не кажется, что давным-давно пора? Особенно вот этого вот медика, который у нас затусился в компании. И, если не ошибаюсь, это у нас вот боксер, да? Он санитар. Ни хрена не хочет драться, хотя и звать боксер. Не оправдывает он себя, короче. Но в данный момент, как понимаете, у меня нет денег, чтобы я мог поменять. И поэтому нам придется с вами все равно лепетать на чертову планету. И, соответственно, там дальше продолжать наши поиски. А поиски чего мы там ищем? Нам нужно найти послушника для Сюрму, видите ли. Нам нужно доставить три детали от робота, Т-модели, уборщик, где мы щедро получим вознаграждение. Только где? Где? Дворец утиль сырья честного Хэнка. Всегда рад принять детали в хорошем состоянии. Дворец утиль сырья. Хоть бы написали, где это находится. Честного Хэнка. А знаете, такое ощущение, что это где-то здесь, но может быть и не здесь. Вторс Илья. Ты не Хэнк случайно, братишка, а? Да нет, какой-то, блин, нафиг Хэнк. Размер инвентаря, кстати, тоже можно увеличить, оказывается, да? За 500 кредитов-то. Не, чтоб ты вот Олу взял да купил у меня, блин, вторсырьё. В конце-то концов, а? Металлолом этот. Ну, медику не надо. В общем, здесь у нас ничегошеньки, короче, нету. Нам пора, ребята, с вами отправляться в дальний путь к новым приключениям. И мы с вами будем дальше продолжать исследовать нимфу. Последнее посещение. Мы туда с вами и отправимся. Ой, так. Куда бы нам приземлиться-то, а? Здесь у нас практически все облазено. Давайте вот сюда, наверное, мы с вами притулимся. Слегонцушки, да? И начнем потихоньку разведывать. Так, мы сейчас с вами еще просканируем здесь на всякий случай. О! Ну, давай-ка сюда зайдем, глянем, что здесь у нас такое. Так. А, эта боль меня убивает, дышать тяжело, помогите, а! Что я могу для вас сделать? Вам нужны болеутоляющие? Мне трудно говорить, я... Она мне он, а я болеутоляющая не действует. Дозатор лекарств почему-то пуст. А мне очень больно, не могу пошевелиться. В животе словно пуля засела. Пожалуйста, найдите моего друга Авиша. Он не отвечает. Я найду его, держитесь. Что с тобой, парень? Только не говори, что ты заразен. Или что-то у тебя внутри. Типа, знаете, этого чужого там поселилось. Значит, нужно найти ему друга. Так, давайте-ка посмотрим, что это. Что это за друг такой, а? Блин, а что, у меня задание этого не отмечается? Странно. Я-то думал, что все будет нормуль, резак. А оказывается, ни шиша не нормально. Ищи, как говорится, в поле ветра. Вы вернулись, лекарство. Что мне нужно было сделать? Найдите Ави. У него есть лекарство. А кто такой Ави, интересно мне знать. Я, по-моему, здесь никаких Ави не встречал. У нас Тентак тут есть. Также у нас есть незнакомец. Кстати, вот этот незнакомец, может быть, и есть Ави. Так, здесь-то что у нас? Не знаю, что здесь у нас. И тут Сюрму.
Где ж тебе взять этого Ави, а? Братишка. Обыскать, давай обыщем. Что это у нас? Отражатели. Это хлам, короче. Давай сюда зайдем и сделаем, пожалуй, сканирование района. О, вот здесь что? Ну-ка, давайте проверим. Обыскать, естественно, обыщем. Да всякий хлам дают, а? Хм, очень-очень интересно, ребята. Где же нам найти этого Ави? Ну-ка, говорить. Немой незнакомец машет вам и рисует в воздухе вопросительный знак. Я ищу Ави. С помощью своей светящейся палочки вы выводите в воздухе Ави. При этом вы расходуете часть вашей энергии, 10 единиц энергии. Незнакомец берет палочку и пишет: Ротеач. Что? Светящейся палочкой вы выводите в воздухе вопросительный знак. Незнакомец повторяет тут же последовательность. Расплывающиеся буквы трудно разобрать. Вы даже не уверены, те ли это буквы. Ё-моё, вот это загадка. Так, все равно не понимаю. Это какой-то код? Где Ави? Это буквы? Вы что-то скрываете? Я не собираюсь тратить энергию. Блин. Так, ну что, давай зададим вопрос. А какой вопрос-то можно задать, блин? Где Ави? Давай спросим. Вы пишете Ави. Р, отвечает незнакомец, затем поднимает вверх большие пальцы и резко указывает на себя. Р. Хорошо. Это какой-то код? Вы пишете код? Незнакомец отвечает. Тен. По идее, получается нет. Вот если в обратную читать, да, получается нет. Хорошо. Так, у нас еще есть несколько вариантов. Это буквы. Смотрите. Нимфа, пылающая боль, найдите Авишевеля какого-то. Так, вы пишете странные буквы. Внезапно незнакомец бьет себя по голове, словно о чем-то догадался. Затем поворачивается к вам и начинает писать. На этот раз вы разобрать слова. Да, это я, Авишай. Ага, вот значит Ави, понятно. Так. Анамнемону больно, ему нужно лекарство. Вы пишете, короче, ему нужно лекарство. Прочитав сообщение, Авишай хватает дозатор лекарства, вручает его вам и жестами просит поторопиться. Возможно, он призывает вас как можно быстрее вернуться к Анамнемону. И отдам это ему. Так, отлично, ребята, все, мы получили с вами лекарство. Я побежал к этому чудику. Вот здесь он. Сейчас мы его, надеюсь, вылечим. Успеем. Давай, держи. Вы вернулись, а лекарство, оно у меня. Так, доставьте лекарство Анамнемону. Так, Анамнемон подключает дозатор к своему скафандру. Вы слышите, как он облегченно вздыхает. Еще немного, и я бы умер от боли, если бы не вы. Видимо, я по ошибке положил свои лекарства в рюкзак Ави. Я миллион раз просил Авишая починить передатчик, и после этого случая он уже не отвертится. Что вызвало у вас такую ужасную боль? Так, вашему другу также нужно потренироваться в письме. Хорошо, давайте вот про боль спросим. Что ты мне ответишь? Это распространенное заболевание, синдром дисмонарха. От него страдает почти половина населения зеркальных миров. Обычно симптомы не так резко выражены, и все ограничивают небольшой головной болью. К сожалению, при той разновидности болезни, которая у меня, вариант Хортона, возникает максимально сильная боль. Мне повезло, что вы оказались рядом и сходили к Ави за лекарством. Если бы не вы, я бы умер от болевого шока. Почему он сам не принес вам лекарства? Пожалуй, я должен вам все объяснить. Раз вы меня спасли, мы недавно украли нейронную тектопластину моего отца. Ну что так быстро проматывать, всегда почитать. И прибыли сюда, чтобы спрятать ее. Мой отец директор богатой компании, а нам очень нужны деньги. Я пошел проверить, не выслеживают ли нас кто-нибудь.
а Ави отправился прятать нашу добычу. Наверное, когда вы его нашли, он проводил процесс камуфляжного шифрования. Шифровальщик должен находиться рядом с объектом, иначе шифрование постепенно ослабнет. Ничто не предвещало такого приступа. Блин, вы можете нормально говорить? Мудрите мне тут голову, ё-моё. Теперь вы вернетесь к своему другу? Ну, что ты? Я слишком вымотан, чтобы сейчас куда-то идти. Запас энергии в порядке, так что я пока немного отдохну. Пожалуйста, вернитесь к Авишаю и скажите ему, что у меня все в порядке и что он осел. Он отблагодарит вас за то, что вы меня спасли. Можете взять эти аккумуляторы, у меня их еще много. Ну ладно, хорошо, спасибо хоть за аккумуляторы, ё-моё. Больше ничего ты? Еще раз привет, по-прежнему благодарен вам. Вы пообщались с Ави? Нет, я еще не пообщался с Ави. Так, все-таки сходите к нему, да? Все, я тебя понял. Пойдемте сходим к Ави, к Авишаю. Чем он нас порадует? Шифровальщик ты хренов. Своей светящейся палочкой Авишай пишет в воздухе. Она жив? Он-то жив, а вы осел. Она обещала мне награду. Угу. Вы пишете, она жив. Так, ладно, хорошо. Ави пишет, осел, точняк. Вот, спасибо. Пока. Так, что мы там получили? Задание выполнено. Выполняя контракты и задания, мы получаем кредиты и новые снаряжения. Ну, это естественно, ребят, это понятно. Все, да? Можно сюда сваливать? Так, ну-ка, что у нас тут по журналу? А по журналу ни шиша и нету. Соберите 3 кучи мусора. Ну, это понятно все это. Так, мне нужен еще послушник для Сюрму. А вот где его взять? Давайте вернемся, пожалуй, к этому чудику и скажем, что мы поговорили с Авишаем и что он нам ответит на это. Давай. Так, вы пообщались с Ави? Да, пообщался. Отлично, кажется, я уже достаточно отдохнул и смогу добраться до места встречи. И уж теперь-то я ему выскажу все, что о нем думаю. И все об этой ситуации, в которой мы оказались по его вине. Прощайте, друг мой. До свидания, не болейте. Ах ты гад, я думал, что-нибудь даст хорошего. Миши шарики. Ладно, в любом случае, ребята, нам, по-моему, можно... Ага, нет, нельзя. Абсолютно ничего больше нельзя нам исследовать. У нас, ребята, с вами все полностью просканировано. Абсолютно. Вообще, подчистую, ребят. Вот еще 2 ячейки, куда мы можем с вами сходить. Но я думаю, что, наверное, этого не стоит. Хотя вот здесь еще можно было бы притулиться. Но так и сюда. Так, а здесь что-то есть, по-моему, да? Нет? Нету. И в результате получается, что у нас полностью все разведано в данный момент. Только вот где мне взять прислужника вот этому Сюрму? Вот это, конечно, очень интересно. Ладно, хорошо. Если мы здесь с вами закончили, я думаю, что нам пора возвращаться на станцию и перелетать уже. Так, мы что-нибудь здесь можем? Сколько у нас? 115 кредитов. Хорошо, этого, конечно, маловато, но мы сейчас с вами что-нибудь... Продадим этот хлам. Так, прицельный бластер у нас есть. Прицельный бластер. Ну и опять же куча металла. Так, пополнить. Ну давай пополним энергию тут. Как же без нее? Без нее никак, ребят. Так, здесь нам что-нибудь скажут или нет? Так, продвигаются поиски. Нет, здесь абсолютно ничего нету. Все по-тихому. Ладно. Воркшоп что-нибудь есть? В воркшопе балалайка. Ну, блин, контракта бы хотя бы мне дали бы какой-нибудь новенький-то. Почему не даете мне, гады, а? В чем проблема? Список полон. Понятно, что список полон. Как будто я не вижу. Хм. Что же мне тогда делать? Неужели лететь туда, а? Лететь туда и пробовать дальше что-то искать.
Ну, а другого варианта я не вижу, ребята. Рокнас, как говорится, я уже туда-сюда, туда-сюда летаю, как сраный веник. Но здесь еще есть что исследовать у нас, ребята. Я бы даже сказал, очень много, потому что... Ну, вы сами видите. Так, здесь у нас что? Капитан уборщиков. Капитан уборщиков, давай зайдем к нему. К этому капитану. Говорить. Товарищи, вы принесли мне мусор? Вот, смотрите. Какая грязь! Благодарю вас за сотрудничество. Почетные психосоциальные уборщики реликтов. Сейчас я помещу мусор, убранный вами из коридоров, на вершину кучи, которую мне удалось собрать, и вручу вам заслуженную награду. Вы не уничтожите мусор? Любая материя бессмертна и священна. Ее просто нельзя разбрасывать где попало. Но пока она лежит на своем месте, все хорошо. А вот и ваша награда. Если вам попадутся еще какие-нибудь грязные отбросы, приносите их мне. Соблюдайте чистоту. Хорошо. Так, а сколько ты мне, интересно, дал, Арбери? Черта с два. Вы такой радостный, да? Вы принесли мне еще немножко мусора? Черта с два. А может быть, у нас есть мусор все-таки? Блестящие. Вот вам энергия. Так, он мне дал энергию, ребята. А мне больше интересует, что у нас по финансам-то получается. Кстати, у нас совсем мало заданий осталось. Настоящая работа. Это значит, что там... Честного Хэнка, да, дворец чисто... Надо доставить нам 3 детали от робота Т-модели. Это мне нужно с ними подраться еще, ребята. Ищите данные на борту. Так, и послушника мне нужно найти. Короче, ищем роботов, с которыми мы можем с вами подраться. Так, этот Гудис. Гудис, по-моему, который жрал конфеты вечно. Так, что у нас... А, ну понятно, это у нас робот здесь. Так, тут-то кто у нас? А, нет, это мы здесь начинаем. Можно приземлиться, там улететь. Так, может быть, Гудис будет? Ой, куда-то Подожди, вот здесь вот был тревожный знак, ребята. Так, ну-ка, поговорим, может быть, с этим Гудисом? В прошлый раз в передатчике от вас исходили ужаснейшие звуки. Так, ну что, это уж, по-моему, там конфетки жрал, да, сейчас будет? Да. Так, мы спрашиваем его, как ему удается. Он нам пишет. Очень странно, мы ему говорим. Ну, а что типа поделаешь? Кажется, вы только что испортили нам аппетит. Ну, ничего, короче, он не говорит, к сожалению. Где? Вот здесь, по-моему, что-то мы с вами заметили, да? Какую-то тревожечку. А ну-ка, давайте глянем. Так, это у нас кто? Это у нас Страж Смерти. Изложите цель своего пребывания здесь. Постараюсь держаться от вас подальше. Хорошо. Слушайте, а может быть, блин, накумарить их, а? Или не стоит? Черт его знает, как сделать правильно. Ладно, в любом случае, куда можно нам еще? Ну, здесь можно разведать малька. Так, давайте-ка сделаем сканирование. Оу. Так, это капитан уборщиков. А здесь-то у нас что такое? Обыскать. Ага, маленький аккумулятор. Это мы все с вами берем. Так, где у меня предметы? Так, пополнили маленькой энергии с вами. Закрываем. Сохраняемся на всякий случай. Так, и двигаемся вот сюда. Ё-моё, вражеский искатель. В чем дело? Мы собираемся набить вам морду. Ничего особенного. Смотри, такой со шпагой там. Ничего особенного. Идите своей дорогой. Уйти. Хера тут. Черт, они меня оскорбили. Я хочу им ответить. А вдруг мы их накумарим, и за нами будет какая-нибудь охота потом. Мы же не знаем этого. Будем пока обыскивать. Обыскивать всякий хлам. Так, больше здесь, я понимаю, ничего нету. И у нас совсем немножечко осталось
где мы можем побывать. Вот здесь буквально, вот здесь. Ну и все. Так, обыскиваем. Забрали. Давай сюда передвинемся и вот сюда. Очень странно. Никого и ничего. Ни души, ребят, просто-напросто. Даже меня немножко это пугает. А что это такое? Вы видели? Вот здесь что-то передвигалось. Смотрите, попробуем сейчас сделать. Вот, видите? Сейчас. Слишком сильные эти гаденыши. Не знаю, как их тут разобрать. Ну, будем опять пытаться. Будем опять в очередной раз пытаться. Начинаем. Получи, козлина. Так, нам нужно что-то такое. Ничего нету, да, к сожалению. Ну, тогда сделаем разгон. И опять же нам ничего хорошего не досталось. Щиты восстановить? Ну, у нас вроде бы как полностью восстановлены. Ладно, хорошо. Вот они ходят. Насколько? На 9 бомбанул, да? Следующий насколько? Так, тут в сумме на 6 и на 8. Блин, какие же вы все-таки уроды. Пробой сделали и кровотечение висит у меня на хане. Так, давай-ка. На 6 пробили, отлично. Так, вирус, у тебя есть что-нибудь такое или нету? У тебя ничего нету, но ты... Нет, ты даже не можешь восстановить, как говорится, здоровье никому. Так, боксер, давай-ка от ослаблений очисти мне хана, потому что у него кровотечение, а нам это не нужно. Ну что же, очередной бой, вакуумный выстрел. И уборщик еще на 8 дает. Хорошо. Мы в ответку бомбим на 8. Ах, только на 7. Ладно. Этот-то гад кому сейчас? Ты достался своим этим вакуумным выстрелом уже. Так, вирус, ты добьешь вот этого гаденыша? Должен добить. Да. Нечестный прием применили, все отлично. Так, продолжаем, ребята, бомбить этих говнюков. Эх, как-то хреновенько, как-то хреновенько. Давай, наверное, лучше мы с тобой восстановим щиты. Вот сюда вот. Так-то оно будет поэффективнее. 10. Этот терпит, мужик, еще хан. И 8. Ну ладно, по-божески. Так, давай-ка мы нанесем тебе ответный удар. Как говорится, разминочный. Так, вирус, есть у тебя нечестный прием? Нету. У него есть только очередь. Ну, давай очередью бомбить. Ага. Слушайте, прикольно. Осталось всего 5 хп. И я думаю, что мы сейчас его... Да ладно тебе, блин. Да что ж ты, ирод, делаешь-то, а? Держись, держись, братуля. Ты посмотри, как он наотмашь прямо, а. Ай-яй-яй-яй, кровотечение там еще висит. Ух ты, что же мне такого сделать-то? Так, ладно, этого-то гада мы добьем однозначно. Мне нужно вот с тем что-то делать, а, ребята? С вирусом, с моим родным, блин. Чтобы он у нас не погиб. Так. Давай щиты восстановим, попробуем. Если, конечно, успеем, да? Так, успели, 14, но кровопотери-то все равно еще есть. Так, прилив сил, это понятно. Вот, очищает от всех страданий. Фух, может быть, конечно, еще и выживем где-то. На 7, это отлично. Так, что нам лучше сделать? Хана. Щиты восстановить. Ну, давай восстановим себе щиты. Так, вирусом мы сейчас бомбанем. Так, хорошо, одиночный выстрел прошел, отлично. И выстрел еще сделаем. На 3. Слушайте, я должен выиграть здесь во что бы то ни стало. Да ладно, ты посмотри, как он бомбит. Он просто жестоко бомбит. Давай-ка, получи, гад. На 7.
И осталось 2 единицы здоровья. Так, вирус. Добей этого гада. Да, наконец-то. Обалдеть, что он там нам дал? Детали уборщика. Модифицированный винтарь. Сканирующий модуль поддержки. По-моему, все очень даже круто. Я даже, ребята, сохранюсь как можно, блин, быстрее, потому что сколько раз можно было переигрывать этот бой. Так, а теперь давайте посмотрим, что он нам дал. Так, предметы. Тяжелое оружие, ближний бой, да? Мы, значит, можем, наверное, вот это поставить. Можем же? Нет, не можем. Но это винтарь. Боксер, ты можешь... Ага, боксер может, смотрите, ребята. Так, уровень второй, а здесь у нас уровень первый. Короче, смотрим. Урон 6 плюс 10% к урону. А здесь у нас 5 урон. Да, конечно, вот это лучше поставить. О чем тут можно говорить-то вообще? Так, стрелковое оружие с разбросом. Так, тут нужны инструменты и всякий хлам. Так, модуль. Это щитовое ядро, нет? Нет, ребята, это не щитовое ядро. А у нас вообще есть что-нибудь такое? Уровень 1. Во, вот так вот мы сделаем. Плюс 3% сопротивляемость к урону и 2% к уклонению. А этот сюда можно воткнуть? Нет, этот нельзя. Потому что это у нас что? Это защитный модуль. Так, вроде бы потихоньку начинаю разбираться. Это инструмент. И что это дает у нас? Медицинский инструмент. Значит, что-то должно быть связано. Ах, вот как. Можно сюда нажимать на ячейку, и тебе будут показывать, что. Так, стрелковое оружие, модификация. 6% шанс получить дополнительное действие при выстреле из оружия с подключенным ядром. Конечно, вставим. Ух, сколько тут мне сразу дали. Так, больше ничего здесь нету. Здесь, к сожалению, тоже нету. Ага, вот сюда можем щитовое ядро поставить. Это получается плюс 8% к эффективности способностей, восстанавливающих щиты. И плюс 1 единица дальности сканирования. Вот так вот, ребята. А вы что хотели? Все пучком, как говорится. О, смотри-ка, что у нас здесь есть. А вот если я сюда кликну, у нас будет показываться, что я могу... Вот, есть, ребят, такое дело, смотрите-ка. Уровень 1, да, а здесь у нас уровень 2. Это 11 к поиску ресурсов и 10% к возврату. Чего возврат, непонятно. А здесь у нас 8 к интеллекту. Даже 11 к интеллекту. И карта называется «Привлечение огня». Провокация плюс 10% к сопротивляемости урона на 2 хода. Вот так вот мы, блин, сделаем это дело. И еще 6 к интеллекту. Отлично. Щитовое ядро. Сюда мы, наверное, ничего не можем сделать. Силовой кулак тоже пока ничего нету. Но мы можем сделать вот такие вот 2 модификации. Я их обязательно, ребят, сюда воткну. Так, ствол. Смотрите-ка, у меня штурмовое стрелковое оружие, да? 5 к урону просто дает. А тут 8 к урону. И 27% вероятности, что на 20% дополнительного урона щитами. И перегрузка чего-то на один ход. Пока ни хрена не понимаю, что это значит. Но в любом случае надо воткнуть. Раз оно показывает, что лучше, значит, нам нужно это ставить. Хорошо, и давайте глянем, что здесь. Можно что-нибудь? Нет, здесь, к сожалению, ничего нету. Здесь вообще почему-то неактивно. Видимо, потому что у него две руки заняты. Это же тяжелое оружие. Ну да, получается. И эта рука, которая должна быть свободная, держит вот этот пулемет. Хорошо, смотрите-ка, здесь у нас уровень 1. Нафиг нам уровень 1, давай нам уровень 2. Так, сюда ничего не могу, щитовое ядро тоже ничего, к сожалению, нет. А вот сюда я могу плюс 1% шанс смертельного удара. Конечно, воткнем. Неужели, блин, допетрило, а? Сколько нужно было проиграть, чтобы все это, ребята, допетрило для меня. Так, ладно, сохранюсь. Не хочу я потом все это заново переставлять. И давайте уже с вами что-то искать. Так, тут у нас гудис. Капитан уборщиков. Капитан уборщиков, это понятно все. Настоящая работа. 3 детали. Ищите данные на борту реликта.
послушника для Сюрму. Вот единственное задание, это где взять нам с вами послушника этого для Сюрмы. Может быть, нам вот сюда сигануть. Хотя и вот здесь мы еще не все проверили. Сейчас проверим. Давай-ка сюда зайдем. Даже сделаем сканирование. Как видим, ничегошеньки здесь нету. Ладно, досканируем еще вон тот угол. Давай-ка вот сюда вставай. Как видим, тоже пустовато. Переходим сюда. Без приключений, все отлично у нас тут проходит. Обыскать, обыскиваем. Персональный щит, щитовое ядро. Возьмем, конечно. Ну что же, получается, что мы все с вами здесь облазили. Ну и как вы понимаете, ничего мы здесь не обнаружили. Капитан уборщиков. Тут у нас Гудис. Ну и все, ребята, больше ничего нету. Так, а здесь... Здесь что у нас, я забыл. Так, энергии, наверное, не хватит. Нам придется с вами тратить. Обыскать, обыскиваем. Забрали. Так, ну что, полетели тогда, наверное, обратно. Странно, где же мне взять этого прислужника? Вот меня что интересует. Или в конце концов какие-то новые контракты. Так, здесь у нас ничего? Вообще ничего, просто тишина, ребят. Мне так лично это очень кажется подозрительным. Причем мы с вами выполнили задание, да? А денег-то я не вижу. Мы принесли мусор чувачку, да? Там еще что-то сделали. И никакой, походу, дела оплаты не получили за это. Спрашивается, нахрена я все это делал? Где я должен получить свою награду в конце-то концов? М? Кто мне скажет? Странно все это. Очень странно. Нанять 1437 кредитов, блин. Где же мои деньги-то? Куда они дели мои законные деньжата? Может быть, ты мне скажешь? Нет, он мне, к сожалению, ничего не скажет. Не порадовал он меня, ребята. Так, услуги. Вода и печеньки бесплатно. Да это понятно, что это бесплатно. Странно как-то. Я так лично рассчитывал, ребята, на кредиты. Вы сами прекрасно это должны понимать, потому что деньги мне нужны. Как я без них-то? Что я тут вообще буду делать? Ну-ка иди сюда, капитан уборщиков. Ты мне должен, блин, бабло. Куда ты его дел? Да это понятно. Ну, вот вам энергия. Да мне нахрен твоя энергия не нужна. Ты мне давай этот, блин. Прекрасно так держать. Ха. Зашибись, ребята, я вам скажу, блин. Настоящая работа. Три детали. Оплата при выполнении, статус активно. Ну это понятно, мы же с вами сделали 888 кредитов, помните, было задание? Где оно? Где деньги? Я не вижу. Просто какой-то кидок. Самый настоящий. Хм. Семьдесят, везде 70 энергии. Тут энергии хоть отбавляй. Но здесь мне делать уже нечего. Что ты, Гудис? Гудис, Гудини. Получается. Так, здесь у нас что такое? Пойдемте проверим. Погоди, погоди, ай, надо было здесь проверить. Блин, тут одна ячеечка осталась. Так, Эспинокс. Здравствуйте, я Эспинокс. Исполнительный номер 555-313. Введите свое предложение здесь. Но вы же не робот. Ну вот, вы все испортили.
Все отказываются мне вправе быть роботом. А у меня только одна мечта — стать машиной. Мне так надоели эмоции. Могу ли я вам как-то помочь? Кроме вас, мне этого еще никто не предлагал. Я пытался найти на этом реликте подходящую машину. Но все они либо слишком загадочные, либо слишком раздражающие. Так. Либо слишком эмоциональные. Подыщите мне светящуюся, благодатную машину с умеренными эмоциями на этой карте памяти. Я сохранил свое изображение. Если найдете подходящую машину, покажите ей мое изображение. Ты что несешь? Здесь есть одна консоль, которая... которая считает себя божеством. Ей нужны ученики. Подойдет? Да, пожалуйста, передайте мое изображение этому чудесному компьютеру. Ну неужели мы нашли с вами послушника, или как там, прислушника? В общем, неважно, сейчас пойдем к консоли. Давай-ка использовать. У вас есть изображение моего последователя? Да. Великолепно, анализирую. Сюрму ненадолго умолкает. Этот человек достоин стать моим учеником. Передайте ему, пусть он придет ко мне. Вот видите, ребята, как хорошо у нас все сложилось. А ну-ка давай, где ты там у нас, братюня? Пора тебе наведаться к роботу. Однозначно, вы передали мое изображение этому механическому богу? Да, он хочет, чтобы вы стали ее учеником. Что бы это ни значило. Кажется, я взволнован. Так, Эспинокс, успокойся, никаких эмоций, никаких чувств, дыши глубже. Спасибо за помощь, я должен идти навстречу своей судьбе. Так, я так понимаю, мы выполнили это задание, да, в журнале? В журнале ничего нету. Так, сообщите, ну это мы сделали, это все сделано. Найдите данные о местоположении, чего, кого. Так, ну что, пойдем, наверное, к роботу к этому сходим, может быть, что-нибудь он там скажет. Использовать. Добро пожаловать, перед вами светящийся синтетик, осиявший это место. Что стало со Спинохом? Он прибыл сюда? Мы слились воедино, его сущность сияет внутри меня. Ни слова больше. Я могу теперь получить данные о местоположении. Ну конечно, я был исчезающим божеством, а теперь, благодаря вам, стал кем-то совершенно иным. Спасибо, я пойду. Так, неужели ты нам открыла карту? Можете в любое время зайти и поклониться мне. Да пошла ты в задницу. Будем еще поклоняться. Открывай мне карту давай. И... Я что-то не понял, а... Сканируем. Так... А, вернуться к губернатору. Все, ребята, я понял. Я полетел отсюда к ядрене фени, к губернатору. Неужели, блин, мы сдвинулись с вами с мертвой точки, а? Какой-то прям... Фух, облегчение. Только бабла мне все равно никто за это не отплатил, блин. Так. Мы вернулись, и у нас губернатор здесь. Должен нас ждать. Мы должны ему... отчет давать. Здравствуйте, искатель. Как продвигаются поиски? Мне удалось получить данные с реликта Нимфа. Но... Грандиозно. Мы еще на шаг ближе к обнаружению ковчега. Продолжайте в том же духе, и тогда мы найдем его куда быстрее, чем вы думаете. Что-то еще? Есть какие-нибудь новости насчет тех данных? Доступны новые реликты. Благодаря доставленным вами данным, нашим ученым удалось выяснить местонахождение еще одной группы реликтов. Они больше и опаснее предыдущих, но я верю, что вы справитесь. Я расширяю зону действия вашего разрешения на работу. Что-то еще? Так. А по-моему, больше ничего, да? Это мы уже у него спрашивали. Про тех данные. Ну что же, ребята, нам расширили
зону поиска. Давайте, наверное, мы с вами посмотрим, насколько расширили и... И вообще, деньги мне дали или нет? Да ладно, что, блин, ноль кредитов, что ли? Да быть, блин, такого не может. Вы же мне обещали. Настоящая работа. Так. Тут новые задания у нас. Ну а бабло-то? Мне нужно бабло. Я чё, блин, тут? За просто так. Смотрите, ноль кредитов у меня, ребят. Что за фигня? Набор для поиска ресурсов. Позволяет мгновенно расчищать обломки, не тратя энергию, а также обезвреживать ловушки. Спасибо тебе большое, блин. Так, это энергия, сканер. Офигеть, ребята. Так, смотрите, у нас с вами новые контракты есть. Призрак, документы, пожалуйста. Так, офис бережливости и тяжелого труда ищет Соломею, которая уже несколько раз пропустила сдачу надлежащих документов. Ее след ведет к реликту призрак. Мы уже отправили дроида Пастор Т. Найдите Соломею и заставьте ее сдать нужные документы, либо помогите Пастору Т в поисках. Выполнив контракт, вы получите соответствующее вознаграждение. Я в упор не вижу никакого вознаграждения. Где вы деньги мне не даете нифига? Так, и Аманцет, охота за нотами. Хенсел Жолас, собиратель идеальных нот, пропала без вести. Водитель такси Тайгезер, который должен был достать ее домой, сказал, что она на борту реликта Аманцет. Тот, кто найдет ее и вернет домой в целости и сохранности, получит награду. Хрен с ним, берем этот контракт, и этот тоже берем. Контракты-то я взял, блин, только вот оплаты-то почему-то, к сожалению, нету. И вот, ребята, у нас с вами Аманцет и кожа. И еще плюс призрак открылся. Так, это, в принципе-то, все хорошо. Но знаете, что меня действительно на самом деле волнует? Как же я буду без бабла-то играть? Денег-то нету ни шиша. Может быть, продать вот эту фигню? А, это купить, ё-моё, ты что? Мне нужно продать. За копейки просто, ребята, просто копейки. Т-типа, ага, одна, всего лишь одна. А вот это, по-моему, уже у нас устарело, ребята. И это можно, в принципе, продавать без угрызения совести. Так, это тоже продадим. Это хлам все, на самом деле. Так, временное укрытие. Это мы, пожалуй, оставим. Скулящий резак. Ну что, пополняем себе энергию. И что же нам, ребята, сделать? Да, тут, конечно, у нас со здоровьем-то вообще хреновенько. Отлично. Так, сколько тут у нас восстановится? Маловато. Анальгетик. Хрен с ним, давай, анальгетик хотя бы. Так, а здесь тоже анальгетик. Ну, ребята, как говорится, хотим жить, придется тратить бабло. Особого выбора у нас нету с вами. А я еще хотел тут прикупиться. Как тут, блин, прикупишься, когда тебя просто кидают с деньгами? Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, с вами будем завершать этот выпуск. Уже в следующей серии полетим там с вами на новые, как говорится, реликты и будем уже там разбираться. Но на самом деле очень будет проблематично. Денег-то нету, за выполнение заданий не дают. Либо я что-то, где-то что-то не улавливаю или теряю. Ребят, вы если в курсе, то отпишите мне в комментариях. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.